2 и 3 апреля прошло первенство Северского района по спортивной акробатике. В нем приняли участие спортсмены из разных уголков Краснодарского края. Город Темрюк, Краснодар, Тимашевск, Курганинск и Динской район. Команду Северского района представила Северская спортивная школа. Эти соревнования – отличная возможность для юных спортсменов показать себя после длительной пандемии. Дети очень ждали этого события, родители очень ждали этого события. Для многих детей эти соревнования будут стартом к новым поездкам. То есть это проводится отбор для следующих соревнований. У старшие дети готовятся к чемпионату России, у них проходит видеопробование. Дети помладше готовятся к первенству края, к первенству районов. Нас приглашают также на соревнования в другие районы нашего Краснодарского края. Хорошая разминка – залог успешного выступления, поэтому каждый акробат тщательно готовится перед выходом на ковер. На соревнованиях судьи оценивают спортсменов строго. Оценка складывается из многих факторов – техника выполнения элементов, сложность номера и соблюдение темпа. Некоторые спортсмены на соревнованиях впервые. В этот раз первенство посетила целая акробатическая династия из города Краснодар. Юная спортсменка Анастасия Мирошниченко приехала вместе с мамой Александрой, которая по совместительству является ее тренером. Также поддержать акробатку приехала бабушка, мастер спорта, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Ирина Гаврик. Всю жизнь в спорте. Вот, работала тренером по акробатике, тренировала свою дочку. Вот, а теперь уже дочка выросла. Тренер, дочка тоже мастер спорта по акробатике. И вот теперь внучка тренируется. Очень здорово, что дети занимаются, что много детей. И это, ну, прекрасно. Движение, понимаете, потом дети ездят на соревнования, они получают разряды. Все спортсмены хорошо показали себя на соревнованиях и получили заслуженные награды.